стиль ведущий сеть магазинов женской одежды «Дресс-код». Хотите обновить повседневный гардероб? Не знаете, что надеть на торжество? Загляните в «Дресс-код». Здесь вы найдете все – костюмы, повседневные торжественные платья, юбки, брюки и блузы на широкий размерный ряд. Все в «Дресс-код». Для вас работают три магазина по адресам Лермонтова 10, Бутина 18, 9 января 53. Ждем вас в «Дресс-код». В эфире новости РТК «Забайкалье», в студии Вера Асадулина. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Людей мы не бросим. Забайкалье выразило готовность принять эвакуированных жителей Донбасса. Сейчас прорабатываются детали, места и условия пребывания. Мобилизованы все кадровые ресурсы в помощь нашим медикам. Для борьбы с ковид в край направлена бригада московских врачей в составе 56 специалистов. Собачий вопрос. Ответственное отношение к животным необходимо формировать с детства. Позиция протоиерея Александра Трилькевича. А теперь подробнее на эти и другие темы. Власти Забайкалья заявили о готовности принять эвакуированных жителей Донбасса. Об этом рассказал первый вице-премьер правительства региона Андрей Кефер. По данным, на 21 февраля пересекли границу России уже более 50 тысяч человек. Позиция у нас сформирована. В подобных ситуациях мы однозначно не можем оставаться в стороне. В случае необходимости мы эвакуированных будем принимать. Места и условия нам необходимо, конечно, проработать, посмотреть, какие у нас есть резервы. Но позиция в этой части принципиальная. Людей мы не бросим, людям будем помогать. Ранее готовность помочь эвакуированным жителям выразили порядка 30 субъектов страны. Для этого планируют развернуть пункты временного пребывания на территории учреждений социальной сферы, санаториев, пансионатов. Помимо прочего, по поручению президента Владимира Путина беженцам выплатят по 10 тысяч рублей. О коронавирусе. Уровень заболеваемости в регионе по-прежнему высокий. При этом темпы прироста снижаются и составляют сейчас чуть более 19%. Об этом 21 февраля на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила руководитель управления Роспотребнадзора Светлана Лапа. За сутки в крае выявлено 1898 новых подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от коронавируса 5 человек. Самое большое количество заболеваний наблюдается в Агинском, в том числе и в бессимптомной форме. Краевой центр также остается в напряженной ситуации. Так, на прошлой неделе прирост составил 50% за счет взрослого населения. Главный моностационар загружен на 95%. Поликлиника для пациентов с COVID-19 работает в Чите до 22 часов. Мобилизованы все кадровые ресурсы. В помощь забайкальским медикам в край направлена бригада московских врачей в составе 56 человек. Ковидная реальность накладывает свой отпечаток на все без исключения сферы жизни. Отразились ограничения и на образование. Переход на дистанционное обучение уже привел к некоторым отрицательным последствиям. О проблемах и достижениях в образовании мы поговорим сегодня с исполняющим обязанности министра образования и науки Забайкальского края Евгением Егоровым. Евгений Сергеевич, здравствуйте. В Чите на 36 тысячах мест обучается 48,5 тысяч школьников. Многие школы переполнены, есть учреждения, которые работают вообще в 3 смены. Сколько нужно построить еще школ, чтобы образовательные учреждения работали без перегрузки, и в какие сроки ориентировочно удастся в этой области навести порядок? Мы с комитетом города Читы и с Александром Михайловичем Сапожником эту тему обсуждали. Они видят 13 тысяч мест, которые у них не обеспечены, ну, с учетом того, что односменного режима работы. У нас есть форма статистической отчетности, региональный паспорт общего образования, в котором отслеживается демографическая потребность с учетом коэффициента сменности, он у нас составляет 1,27, потребность в учебных местах. Вот на сегодняшний день по Чите он показывает 3500 мест. Две школы мы уже заявили, Министерство просвещения нас поддержало, это школа Каштак, 800 мест, кто мимо проезжает, видит, что там уже идут земляные работы, подготовка котлована, с 28 числа начнется заливка уже бетонного основания, то есть там с применением новых современных технологий. Аналогичная ситуация по школе в железнодорожном районе по улице Советская. Там начало строительства в этом году, окончание в следующем году. Тоже школа на 800 мест. Не так давно, в прошлый понедельник, 14 февраля, мы заявили еще две школы для города Читы. Это на 2100 на КСК
и на 400 мест в районе торгового центра «Фортуны», 50-я школа. Как мы продумывали это изначально, необходимо было построить так называемые пристройки к школам. Это 19-я, 12-я, 22-я, 27-я, 48-я, 16-я школы. По 250 мест, чтобы разгрузить начальную школу. К моему великому сожалению, такого количества пристроек построить, ну, в данный момент не получится. Почему? Потому что стоимость строительства у нас достаточно высокая. Москва финансирует, ну, грубо говоря, стоимость одного места 1,6 миллиона рублей. У нас по практике стоимость складывается 2,3 миллиона рублей. Ну, что, понимаете, значительной нагрузкой будет ложиться на краевой бюджет. Чем больше объект, тем он дешевле обходится. Ну и тем больше вероятность попадания в ту программу, которую реализует Министерство просвещения. Поэтому нами была ставка сделана на свободные земли, свободные участки и на максимально большие школы. Поэтому вот школа 1100, 800 мест и 2100. Спасибо, Евгений Сергеевич. Я напомню, мы говорили сегодня с исполняющим обязанности министра образования и науки Забайкальского края Евгением Егоровым. Полную версию программы смотрите после выпуска новостей. ВИЧ перестал быть болезнью наркоманов и все больше распространяется половым путем. Медики констатируют, из-за концентрации всех ресурсов здравоохранения на борьбу с COVID-19 забайкальцы стали меньше обследоваться. Эпицентр с максимальным количеством инфицированных постепенно смещается из Читы в районы края. ВИЧ-инфицированными сегодня становятся люди, не имеющие никакого отношения к наркотикам. В 95% случаев забайкальцы заражаются именно половым путем при совершенно обыденных обстоятельствах. И это совсем не ошибки молодости. Портрет сегодняшнего носителя – социальное благополучие, образование, достаток и совсем уже не юный для случайных связей возраст. На сегодняшний день картина совершенно другая. Очень часто это люди старше 30 лет, до 49, и это путь передачи половой. Ну а поскольку сейчас путь передачи половой, он лидирующий, и регистрируется больше 93% у нас в Забайкале, это говорит о том, что ВИЧ-инфекция вышла за рамки групп риска, пришло на обычное гетеросексуальное население. Истории болезней, а точнее случаи заражения, почти идентичны, отмечают инфекционисты. О своем ВИЧ-положительном статусе пациенты узнают случайно. Чаще при плановом профосмотре, во время медкомиссии, при трудоустройстве или перед операцией. Другими словами, сдают анализ на ВИЧ чаще вынужденно, не придавая особого значения. Поскольку сейчас все больше и больше заражается как раз обычного населения, то четко должен знать каждый свой ВИЧ-статус и делать хотя бы один раз в год. Но мало того, свой ВИЧ-статус нужно знать. Нужно знать свой статус своего постоянного партнера обязательно. Если мы не знаем статус партнера, значит, мы должны принимать меры по защите. Медиков настораживает и заметный рост количества выявленных именно в районах Забайкалья, где охват населения обследованных на ВИЧ более чем низкий. Осложняет ситуацию и бессимптомное развитие болезни. Долгое время вирус может никак не проявляться. Специалисты называют это стадией инкубации. Учебные фильмы, акции и другая профилактика, которая работала с подростками, навряд ли исправит ситуацию со зрелым населением. Именно поэтому, советуют врачи, нужно взять заботу о здоровье в свои руки и узнавать свой ВИЧ-статус как минимум один раз в год. Дарья Пьяникова, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье. О том, что можно умереть, балуясь зажигалкой, в Забайкалье узнали в прошлом году. Двое подростков, надышавшись сжиженным углеводородным газом, скончались, несмотря на все усилия реанимационной бригады медиков. Начиная с прошлого года в регионе уже действует запрет на продажу несовершеннолетним газосодержащих предметов. Какую смертельную опасность таит в себе так называемый снифинг и почему в краевой закон решили внести изменения, расскажут мои коллеги. Способ расслабиться среди подростков стал поводом, чтобы серьезно напрячься взрослым. Случай смертельного исхода после занятия снифингом, когда дети вдыхали газ, которым заправляют зажигалки и переносные портативные баллоны, фиксируется по всей стране. Не осталось в стороне и Забайкалья. Сразу двое подростков, надышавшись жиженным углеводородным газом, скончались, несмотря на все усилия реанимационной бригады. Врачи предупреждают, смертельной дозы не существует, все максимально индивидуально. Кому-то достаточно попробовать всего один раз, чтобы запустить уже необратимый процесс. Очень быстро может возникнуть передозировка. Человек даже не понимает
И, естественно, мозг не дает сигнал. Человек может просто погибнуть очень быстро. После нескольких фактически вдохов, да, потому что здесь все-таки токсическое вещество и идет поражение токсическое. Напомним, в марте прошлого года с подачи краевой прокуратуры был принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним жиженного углеводородного газа, в том числе зажигалок. Тогда же была установлена и административная ответственность за нарушение в виде штрафа для должностных лиц до 20 тысяч, для юридических уже до 50 тысяч рублей. В этом году в документ было предложено внести ряд принципиальных поправок, усилив ответственность для тех, кто может помочь детям с приобретением запрещенных предметов. Время не стоит на месте, и законопроект требовал изменений. Краевая прокуратура обратилась в законодательное собрание с просьбой внести изменения в принятый год назад закон. Эти изменения заключаются в следующем. Кроме запрета продажи, законодательно устанавливается запрет на передачу несовершеннолетним изделий, содержащих сжиженный углеводородный газ. Запрещается вовлекать их в этот процесс вдыхания этого газа, который называется снифингом. Депутаты единогласно поддержали этот законопроект. Я думаю, что он станет очередным барьером на пути попыток нанести вред здоровью нашим подросткам. Процедура первого чтения уже пройдена. Как полагают авторы инициативы, законодательный запрет поможет предотвратить новые случаи вовлечения несовершеннолетних в процесс употребления газов, поскольку и такие факты в Забайкалье уже есть. Но это прежде всего покупка для несовершеннолетнего взрослым, передача несовершеннолетнему товаров, которые содержат сжиженный углеводородный газ, либо же требование и предложение употребить этот газ путем вдыхания. Используются вот эти способы, ну, псевдомода, да, псевдопередача, ну, где-то увидел, от кого-то услышал, опять же, до таких сомнительных товарищей. Ну и вот такая вот, ну, будем говорить, проба, когда-то надо начинать, и вот, вот наверное, вот такое вот увлечение вот приведет опять вот к такой пробе случайной. Случайная проба может, кстати, привести к летальному исходу. Потому что здесь неподконтрольно еще, а может возникнуть состояние, когда человек, ну, или организм просто выключится и не включится. Помимо законодательного запрета на передачу и вовлечение в процесс снифинга, региональная прокуратура предлагает установить административную ответственность за подобные нарушения. Штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей. Правом составлять протокол об административном правонарушении будут наделены не только сотрудники полиции, но и комиссии по делам несовершеннолетних. Анастасия Рыжова, Антон Носов, РТК Забайкалье. Стая бездомных собак нападает на детей и взрослых по всей стране. С начала года произошло уже несколько смертельных случаев. Другие пострадавшие отделались, что называется, испугом и серьезными укусами. 5 лет назад в селе Мирсаново на территории казачьего подворья был построен питомник для безнадзорных животных. Еще тогда протоиерей Александр Талькевич вместе с юными казачатами занимался бездомными собаками, считая их серьезной опасностью для людей. 2 года назад наша съемочная группа побывала в селе Мирсаново и посетила питомник для безнадзорных животных. Тогда в приюте находилось около 70 собак. После осмотра ветеринара им ставили прививки от бешенства, ну а дальше с ними работал кинолог, учил их элементарным командам. А уже после обязательно находились желающие и забирали собак к себе. До сегодняшнего дня пристраиваем собак, но мы стараемся, чтобы это был хозяин. Смотрим, какие качества. Либо это цепная собака, либо это вольерная собака, либо друг для семьи, в семье может жить. Поэтому мы стараемся из тех собак, которые к нам попадают, мы стараемся куда-нибудь пристроить. Содержать питомник – дело непростое, но оставлять животных брошенными на улице нельзя. У собаки должен быть дом и хозяин. Безнадзорное животное озлоблено и представляет угрозу для человека. Не должно быть бездомных собак. Собак может быть много. Каждая собака должна иметь собственного хозяина, как свою точку опоры. Конечно, собаки совершают какие-то поступки, да, особенно в период агрессии там. Но, как сказал один замечательный дрессировщик, нужно научить собаку быть доброй, а злой она сама станет. Так и в процессе воспитания. Если процесс воспитания существует, то связь между собакой и человеком появляется, она тут не разделяется. Ну как можно выбросить свою собственную собаку, на которую потратил? Ну как вы можете выкинуть своего собственного ребенка? Понимаете? Хотя и это умудряются делать, да? Но это же мы понимаем, что это выкинуть ребенка или задать его в детский дом, это
Это неправильно, это некрасиво, это так не должно быть. Ну, вот такое отношение к детям и к собакам. Пускай это не дети, но отношение должно быть таким. Мы в ответе за тех, кого приручили. Эту формулу жизни необходимо прививать еще с детства, считает отец Александр. В обществе не сформировано понимание вот этого, как у маленького принца было, да? Мы отвечаем за тех, кого приручили. Если бы мы с детства понимали, что мы отвечаем за них, то мы бы участвовали в их судьбе. Если в детях это не научиться формировать, то у нас эти собаки будут появляться, потому что контролировать процесс рождения очень сложно. Понимаете? Но мы как-то своих собак контролируем. Почему? Потому что они наши. Вот. Поэтому я думаю, что вот профилактика этого – это все-таки работа в школах. А пока действующее законодательство предусматривает лишь один метод борьбы с бродячими животными – отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат в места обитания. Вот и получается. Одни выбрасывают собак, словно надоевшую игрушку, другие подкармливают, а третьи стерилизуют, вакцинируют и снова на улицу. Так не пора ли людям, которые не держат ответ за тех, кого приручили, наконец-то отвечать по закону? Галина Миртова, Сергей Миртов, РТК Забайкалье. И это все новости на сегодня. Если вы столкнулись с проблемой, которую не получается решить своими силами, звоните нам в редакцию 8 914 120 18 13. Мы постараемся добиться результата вместе. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.